Влад, я не могу работать. У нас в Что там? комнате Да. офицер Кольт. Офицер Кольт, мы приветствуем офицера Кольта. Не подождет ли он секундочку, мы сейчас закончим? Или это срочно? Он хотел бы сказать уйти. Пожалуйста, мы слушаем. Доношу до вашего сведения, что вам передана новая технология. Она похожа на плазму. Кошарес, как ртутный или же олово таким цветом. Ящеры, рептилоиды, гуманоиды опасаются этой структуры. Она живая, в ней задействованы определенные космические энергии с разных галактик, разработанные в лабораториях с разными добавлениями. В общем, вам не надо туда вникать, как она сделана. Раздайте всем своим от ящеров и рептилоидов цивилизации. Будут опасаться подходить к вам. Хорошо. Благодарю вас, уважаемый Кольт. Скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Это как нам себе представлять сейчас? Это уже в нас присутствует или мне надо определенной команды? Нет, это структура, как шар, данная вам. Можете разделять ее, делать из нее как что-то она... пуль, типа пуль. Как она ставить называется? Ставить как защиты. Плазменная оболочка называйте. У нас просто в защите присутствует одна плазменная оболочка. Вот, скорее всего, может быть, нам на этом этапе заменить эту плазменную, которая до этой была, на эту новую плазменную. Она доработана и изменена, соответственно, новым знанием. Понятно. Это будет вокруг нас стоять как обыкновенный защитный слой, правильно я понимаю? Он не всегда нужен, но когда идут нападения, всегда используйте его. У них нет пока таких технологий. Это секретные последние разработки. Хорошо, мы можем это в нашей работе использовать или это только для защиты? Можете, я же сказал, как защита, как оружие. Хорошо, я, значит, Будут могу... Будут удивлены нападающие. Благодарю, дорогой Кольт. Вот это приятные новости. Люблю такие новости. Хорошо. Отлично, все принято. Не смей больше отвлекать. Занимайтесь своим делом. Благодарю за эти хорошие новости. Хорошего дня. Всего доброго. И рассинхронизируйся, Верочка. Да, мы на закачках энергии остановились.